नहीं था। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्लोक में बताया कि देवकी नंदन जसोदा नंदन के अंदर मिलकर एक है, डायरेक्ट श्लोक में बताया, भागवत में डायरेक्ट नहीं है, टीकाकरण ने बताया, लेकिन विश्वनाथ चंद्र ठाकुर अपने श्लोक में बताया। और यही पर द्वापर युग से ही भवन है, здесь находится один патанджи. Да. Когда прежде чем покинуть это святое место, пожалуйста, пожертвуйте этому панде. После Харикатхи вы должны дать ему немного пранами. Под руководством Шри Гуру Вайшнавов мы совершаем Раджамандала Парикраму. И место, куда мы прибыли, называется Гокул. Что означает Гокул? Го — это также чувство. Го, о центре которого является Гокул, где Кришна принял рождение. Если обычно кто-то спросит, а где же Кришна родился, кто-то может ответить, в Матхуре. Если вы спросите обычных людей, они всегда скажут вам, что Кришна родился в Матхуре только. Но на самом деле Кришна, он явился в Матхуре в четырехрукой форме, а здесь он родился, в этом самом месте, где мы сейчас находимся. Он родился у мамы Яшоды. Точно так же, как для для наслаждения Шинанта Махараджа Ишодами, как мы пели в этом киртане только что, тот, кто просто читает Шримад Бхагаватам и не погружается более глубоко в его значение, может сказать, что Кришна родился в Матхуре. Но где же в Шримад Бхагаватам упоминается, что Кришна родился в Гокуле? Но первое шлоки Гопи Гиты, Раджа Гопи обращаются. Какая первая шлока Гопи Гиты? В этой шлоке объясняется Джан Мана Раджа Ош Яма Сундар. Ты родился в Гокуле. С тех самых пор в Радже он является прославленной землей. А Гаргачарья, который пришел для того, чтобы даровать имя Кришне во время церемонии его рождения, Васудев
Когда Гаргачарья, который являлся величайшим астрологом, который знает настоящее будущее и прошедшее, может предсказать, точно так же, как Шримад Бхагаватам утверждается, чей же это сын? Он является сыном Васудева, но Гаргачарья, когда первый раз он пришел на церемонию наречения именем, он сказал, к нему обратились, вы являетесь астрологом, Ешода попросила, пожалуйста, вы знаете все, составьте ему астрологическую карту. Ну, потому что имя также зависит от астрологического, астрологических изысканий. Гаргачарья сказал, он является Нанда Баба, твой сын, и хотя его иногда говорят о нем как о сыне Васудевы, но на самом деле он является сыном Яшоды Маи и Нанда Махараджа, потому что он родился в Гокуле. А Васудев Кришна, он явился в четырехрукой форме в тюрьме Камсы, как частичное проявление Кришны. Пашуп означает, это тот, кто пасет животных. Васудев Махарадж, он являлся кшатрием, царем, а Нанда Махарадж, он находился в династии пастухов. И поэтому здесь, в этой шлоке, говорится, сын того, кто пасет коров. То есть сын Нанда Махараджа является Кришна. И также Шукадев Госвами в 18 шлоке описывает рождение Кришны. В первой шлоке он объясняет. Шукадев Госвами говорит, тот сын, которого зовут Кришна, Кришна Каная, он принял рождение в семье Нанда Махараджа. Кто говорит об этом? Сам Шри Шукадев Госвами. Он говорит, что сын Нанды Махараджа является Кришна. И поэтому в Шримад Бхагаватам также утверждается, сам Шри Шукадев Госвами говорит о том, что Кришна, он является сыном Нанды Махараджа. Кунти Деви совершает молитвы. Со сложенными руками она обращается к Кришне. Она обращается к нему, о сын Васудева. Но Шриджива Госвами дает хорошие комментарии. Кто поклоняется Кришне, он очень удачлив. А Васудев является сыном Васудева Махараджа, Васудев Кришна. Но даже более удачливые люди, которые поклоняются из всех инкарнаций Кришны, тот, кто поклоняется сыну Нанда Махараджа, который родился, и также в восьмой шлоке превозглашается. Точно как сын, который принимает рождение из лона своей матери, точно так же и Кришна. Он родился из лона Яшоды Маи. И точно так же мы видим на его прекрасных деяниях Кришны, как родители иногда ругают его, наказывают. Даже сам Шри Брахма и другие великие личности мечтают о том, чтобы служить Шри Бхагавану в той этой форме нараватлилы, мальчика, совсем обычного, ничем не отличающегося от других. Мы желаем служить ему именно в этой форме. И также во второй части этого шлоки обещается Нанда Гоп Кумара. Шри Кришна Ватха Чакравати Такур дает комментарии.
объясняя. Будьте очень осторожны и внимательны. Кришна является сыном Нанда Махараджа. И также все остальные шлоки Шримад Бхагаватам, которые заключают то, что Кришна, он родился в Гокуле и является сыном Яшоды Майи. Шриджива Госвами, он объясняет в Гопал Чампу, также прекрасные лилы Кришны связаны с его рождением. У Нанда Махараджа 5 братьев, у всех были дети, но у Нанда Махараджа не было детей. Затем Нанда Махарадж, он начал молиться Ашешвару Махадеву, чтобы он даровал ему благословение. И тот ответил: «Очень скоро в твоей семье родится сын, который принесет тебе большую славу». И Нанда Махарадж, он был очень обеспокоен. Я совершал аскезы и также соблюдал все враты и очень многое другое, но до сих пор у меня нет детей. И затем он начал соблюдать Экадаши, и на следующий день после того, когда он соблюдал Экадаши, Брахма Мухурту он увидел. В это время Ашишвар Махадев сказал: «Если ты увидишь сон после Экадаши, соблюдения Экадаши, и тут этот сон явится явью, и Яшода Майи, и Нанда Махарадж, когда они проснулись, Брахма Мухурту, начали рассказывать друг другу сон. Нанда Махарадж сказал: «Я видел сон, я увидел свет в небе, и также в этом свете я увидел маленького мальчика цвета шьяма, грозового облачка». И также он был покрыт золотым цветом. И этот маленький мальчик, он сидел на твоих коленях и пил твое грудное молоко. А Нанда Махарадж, я действительно стерилизовал, что это не является сном, это действительность. А Яшода Майи также рассказала свой сон о маленьком мальчике смуглого цвета, который бежал за мной, он тянул меня за одежду и обращался: «Майи, пожалуйста, возьми меня на колени и накорми меня грудным молоком». Через некоторое время Яшода Майи, она забеременела, и через некоторое и эта новость разнеслась по всему Враджу, что очень скоро Яшода Майи станет матерью, и все начали приготавливать все необходимое, нарядную одежду, в которую они могли одеться, чтобы прийти на особую церемонию. Все были очень рады и счастливы. Все гопи также видели определенные симптомы, которые начали проявляться в теле Яшоды Майи. И они делились с ней опытом. Они сказали: «У тебя будет обязательно мальчик родиться». А некоторые говорили: «Посмотри, я думаю, что у тебя родится не один мальчик, а и также девочка, что у тебя будет двое детей». Шиваджи также, который даровал благословение Нанда Махараджа, сказал, что в действительности Яшода Майи, она даровала жизнь двум, как сказать, Кришне и Йога Майи, которая пришла в форме маленькой девочки. И Шиваджи также сказал, что одна экспансия Кришны, он проявится в Матхуре, в тюрьме Камсы. Что в действительности доказывает 100%, с большой уверенностью можно сказать, что Кришна родился в Гокуле из лона Яшоды Майи. Лагра хай, аж раз кои гарме киси
И этот момент настал, когда Яшода перед рождением Кришны и Йога Майи обычно она, как вот мы, например, рано ложимся, рано встаем для того, чтобы совершать баджан. И также во Врадже старшие гопи, они предположили: «О, Яшода, сегодня ночью ты дашь рождение, наконец, долгожданное рождение своему сыну». И поэтому все начали приготовление к этому. И когда Кришна родился, Васудев Махарадж, которого он принес, сына которого он принес из Матхуры, он оставил его в комнате, где находилась Яшода. Она в этот момент спала в Гокуле. И одновременно с этим Васудев, который является частичным воплощением Кришны, он вошел в божественное тело Кришны. И Васудев Махарадж взял девочку, которая находилась рядом. Когда Яшода Майи проснулась и услышала плач, сестра Нанда Махараджа сказала, обратилась: если я скажу Нанда Махараджа, я должна его найти обязательно и объявить о том, что наконец-то Яшода Майи родила сына. И поэтому она побежала на берег Ямуны, где Нанда Махарадж сидел и воспевал святое имя. И тогда, когда она ему сказала: «Пожалуйста, пообещай мне, что ты подаришь мне золотое украшение, а затем я тебе скажу, которое стоит очень много денег, и тогда я скажу тебе об этой новости». И тогда Нанда Махарадж пообещал. Затем сестра его произнесла: «Даже это золотое жерелье ничего не стоит по сравнению с этой новостью, которую я тебе принесла». Ну и наконец Нанда Махарадж сказал: «Ну, скажи мне, что произошло? Посмотри, все освещается особым светом, потому что эта новость настолько замечательна». И сестра попросила, сестра сказала: «Я желаю обрести». В шутливой форме она сказала: «Ты даже мне готова, даже твое царство, оно ничего не стоит по сравнению с этой новостью». И, наконец, Нанда Махарадж сказал: «Хорошо, я тебе даю все, что у меня есть. Ты должна мне сказать, что произошло». И тогда она сказала: «Твой Лала, твой сын принял рождение». Как-то Шрила Гурудев также говорил, когда есть также еще одно предсказание, каким образом можно подтвердить, что Кришна родился в Гокуле. Почему? Потому что ребенок очень привязан к своей матери с помощью пуповины. Когда он рождается, эта связь продолжается в то самое время, когда происходит церемония обрезания пуповины ребенка. В это время родители должны пообещать и также пообещать определенные благословения, так сказать, на рождение сына, и пообещать, что они будут заботиться о нем, и раздать пожертвования браманам.
Это является подтверждением того, что Кришна родился в Гокуле, и присутствующие старшие гопи, враджа-гопи, они являлись свидетелями. Они сказали, что собственными руками мы обрезали пуповину Кришны. Поэтому кто может сказать, что Кришна родился в Матхуре? Поэтому что Гурудева Далия говорил, тот, кто говорит, что Кришна принял рождение в Матхуре, они являются учениками Камсы. Они являются последователями Камсы, а все браджабаси, они находятся на стороне Кришны. Дроны Дхара, когда они совершали суровые аскезы, Брахма даровал им благословение. Вы обязательно обретете Кришну в качестве своего собственного сына. И сейчас, когда Кришна родился, Нанда Баба и Яшода Мои наконец-то обрели это благословение Брахмы и были очень счастливы. Эта новость облетела все вокруг. Враджа Гопи приходили в дом Нанда Махараджа. Даже сережки на их ушах при их ходьбе позванивали, как бы обращаясь, не только вы идете обрести даршан Кришны, вместе с вами посмотреть на прекрасного Кришну. Сережки таким образом проявляли настойчивое желание также встретиться с Кришной. И тогда она Яшода Мои сказала, обратившись к своим подругам, «О, по вашим благословениям, о том, что вы всегда заботились и помогали мне, я обрела наконец-то рождение своего собственного сына Лалы Кришны». Также я хотел бы добавить, когда Кави Карнапур объяснял, то есть он описывал, что в этот момент не пришел еще Вришабхану Махарадж и Киртида, и все ждали, и поэтому они все ждали в Раджабасе, когда они придут. И Кави Карнапур описывает, что когда они пришли, в этот момент был просто взрыв счастья, и дворец Нанда Махараджа, он казался как будто бы океан молока, потому что везде начали совершать абишек, и это молоко, оно было повсюду, подобно молочному океану. И также он упоминает, что когда пахтали молочный океан, тогда яд вначале вышел, и Шиваджи принял этот яд и стал нилаканты, потому что его горло было голубым от этого яда. Но сейчас я вижу, что Нанда Махарадж, он является в центре этого океана молочного. С одной стороны, Гокула, а с другой стороны Варшана. И этот молочный океан начали взбивать, и когда вот этот океан взбивали полубоги и демоны, тогда вначале яд пришел, но граждане Варшана и Гокула, когда они пахтали этот молочный океан, который развивался вокруг во время рождения, не было никакого яда, было лишь только единственный сладчайший нектар они могли извлечь из этого молочного океана. Как Лакшмидеви, она также танцует во Врадже в эстетическом состоянии любви. Шинанда Махарадж. Почему? Потому что она является богиней процветания, и все, и этот врач, он просто тонет в океане, молочном океане.
И также Парвати Деви обратилась.